Привет, привет. Четвертый день нашего пути. Сегодня 18 мая, пятница. Мы продолжаем движение. Сегодня сделали себе небольшую поблажку с утра пораньше. Решили, что можно немного сделать перерыв, передохнуть и сократить немного маршрут из-за того, что вчера нам пришлось возвращаться, а потом снова возвращаться. В общем-то, проехали мы, проделали часть пути на автобусе по дорогам, там, где не очень интересно идти. Вот сейчас идем. Долго шли вдоль реки по полям, лугам, лесам. Сейчас пришли в такой небольшой городок. Вот, город Маркина мы прошли, решили там не останавливаться вообще сегодня. А от него в 7 километрах находится монастырь, где есть альберг. Он небольшой, всего на 8 человек при монастыре. И мы хотим попасть туда и переночевать именно там сегодня. До него нам осталось идти около километра, может быть, полтора километра. А сейчас мы в городке. Здесь должен быть музей Боливара. Такой вот небольшой городок. Вот такие здесь улочки. Такое все очень-очень-очень симпатичное. Очень аутентичное, очень средневековое и испанское. Так, ну я думаю, что вот здесь нам нужно делать привал. Куда ушел наш друг, товарищ, отец. А вот и он. Вот такая площадь. Здесь установлен монумент, памятник Симону Боливару. Такой симпатичный. Но это тот, помните, да, который... Испания, Боливия, непобедимая армада. Ну, все, все вот это вот. Ну, вот здесь мы сейчас сделаем привал, отправимся дальше. Пройдем еще километра... Ну, я, как уже сказал, километра полтора. И там будем делать сегодня привал. А так, идем дальше. Мы на месте после продолжительного подъема, который занял, как я говорил, сколько, полтора километра нам оставалось до этого монастыря. Вот ровно полтора километра длился подъем, машина уехала. Ну вот мы, собственно, здесь. Сейчас наша задача дойти до него, используя силы, что остались, и разместиться. Судя по нашим данным, которые мы узнали из путеводителя, здешний альберг рассчитан на 8 мест всего. Ну, будем надеяться, что 3 из них будут нашими. Но если все-таки вы не успеете, вот там ниже, буквально в 200 метрах, вот перед этим альбергом, есть очень большой, где мест очень много и достаточно.
хватит, скорее всего, всем. Ну, плюс там еще ресторан, бар находится. Ну, а мы на месте пойдемте узнаем, сможем ли мы сюда заселиться. И даже уже заселились в монастыре, в альберге. Первый наш на этом пути. Сейчас покажу. Здесь оказалось больше 8 мест. Больше, чем 8. Это я опять обманул путеводитель. Сейчас все покажу внутри. Вот такое помещение. Мы в нем здесь первые. А есть еще одна комната. Она занята практически полностью. Но мы вот в этой, здесь такое трехэтажное место, еще одно трехэтажное место и вот эти двухэтажные. Итого на 12 мест эта комната. Та комната поменьше, там, по-моему, как раз таки 8 человек. Ну, если я правильно понял, то есть еще пара комнат, где можно разместиться. В 8 часов вечера у нас будет ужин. Перед ужином сказали, кто хочет, может отправиться на молитву в 7:30 вечера. Есть здесь небольшие правила: соблюдать тишину, уважительно относиться друг к другу, обувь оставлять снаружи, а не ходить по помещению в своих грязных ботинках, в которых мы месили грязь на склоне. Ну вот, в общем-то, и все. Сейчас мы, наверное, примем душ, так как сегодня был первый по-настоящему теплый день. Я даже без кофты. И, наверное, отдохнем пару часов. В общем-то, и заселились, и поселились, и сходили в душ, воспользовались санузлом. Вот. Он обыкновенный, такой же, как, наверное, в общежитии. Если кто жил в институте, тот знает, о чем я говорю. В общем, хорошо. В 7:30 вечера прошла служба. Было довольно интересно. Правда, ничего не понятно. Все на испанском языке. Ну, люди попросили, и для них это очень важно. Ну, и для нас это стало важным. Затем был ужин за общим столом. Все пилигримы приготовили такую большую кастрюлю. Там макароны, горох, еще что-то. Ну, вообще очень вкусно после долгого пути длинного. Сейчас у нас времени уже без 10:09 вечера. Ну, все еще светло, я уже говорил, что время здесь на час позже, чем у нас в Алма-Ате. Вот. Ну вот этот монастырь сейчас за моей спиной. Классное место, удивлен я, что нам повезло в нем остановиться, что мы в нем сегодня переночуем. А
сходили, да, действительно, мы в местную лавку попробовали местного пива. Отличное пиво. Если будет возможность, то берите, конечно, обязательно. Мы взяли такие наборчики, там три бутылочки по 0,33 литра и разное пиво. Ну, каждый найдет на свой вкус, какой ему понравится. Вот такой у нас сегодня день и такой у нас вечер. Еще раз, наверное, можно посмотреть монастырь. И, наверное, на сегодня будет все. Потому что мы очень устали, спать очень хочется. В общем, все, смотрите еще, смотрите следующие дни. Пока-пока. Рубрика «Экипировка», и я в ней. Настало время рассказать еще об одном очень важном элементе снаряжения и экипировки, который есть у каждого пешехода, путника, и который очень важен. Возможно, о нем стоило говорить сразу после обуви, потому что это носки, это то средство передвижения, грубо говоря, которое обеспечивает вам контакт между вашей стопой и ботинком. Носки трекинговые. Это очень важно. Я уже неоднократно говорил, во всех случаях, во всех, что касается одежды, они выполнены из специализированных материалов, которые созданы для того, чтобы отводить влагу от поверхности кожи. Это очень важно, это всегда важно, особенно для ног. Ноги всегда должны быть сухие. Ну, либо по возможности они должны быть сухие. Конечно, когда мы шли неделю под дождем, такой возможности у нас не было, но была возможность периодически разуваться и сушиться, ну и менять. О них особо рассказывать нечего, большой выбор. В Алма-Ате, возможно, не такой большой, но самое интересное, здесь присутствуют носки, которые мне очень нравятся, и они производства Испании. Ну, отличные носки. Помимо того, что они выполнены из специальных материалов, они еще очень хитро устроены. То есть их конструкция в тех местах, где оказывается наибольшее давление, то есть это пятка, да, или носок, они более плотные. То есть использованные материалы более плотные, устойчивые к износу и стираниям. Там, где необходимо оказать небольшое давление, то есть такой компрессионный эффект на ногу, там материал специальный, который позволяет этого добиться. Пару у меня таких носков было несколько с собой в походе, наверное, 5 или 6. Вы знаете, в общем-то, это такая классная штука, которой много не бывает. В общем-то, они ничего не весят. Вот в такие рулончики, если их сворачивать, они прекрасно заполняют пустоты, которые так или иначе образуются в вашем рюкзаке. Единственный минус, который я связываю с этим, он связан с нами самими. Мы не занимались стирками носочков каждый день, потому что мы точно спланировали, где и как мы будем стираться, и для этого мы
использовали прачечные, прачечные самообслуживания. Ну так вот, когда они накапливаются, вы же не будете складывать каждый носочек в каждый отдельный мешочек. Ну, получается такой здоровый мешок с грязными носками. Ну, этот вопрос, конечно, решается. Они хоть и грязные, но не выглядят как бактериологическое или биологическое оружие. Мы пользовались специальными средствами, которые позволяют обезопасить ноги от бактерий, защитить от запахов, ну, чтобы ваши ноги не варились в бактериальном бульоне. Все-таки это ваше здоровье, и как бы это выразиться, ну и в походе это очень важно, все-таки это действительно важно. Взял с собой пару утепленных носочков, ни разу не надел, смысла не было никакого. Май, июнь можете не брать. А вот эти вот, они достаточно легкие, они гораздо менее плотные, чем теплые на зиму. Я брал трехсезонные. На этикетке у них нарисовано 3 сезона. И да, действительно, они отлично работают. Когда вы снимаете ботинок, они высыхают практически мгновенно. Ну, еще очень важно размер. То есть они, да, действительно, они подбираются под размер обуви. То есть 42-44, вот прямо здесь написано на моих носочках. Ну, у меня 43, поэтому идеально они вписались, так сказать. Точнее, я вписался в них, а они идеально сидели у меня на ноге, обеспечивая комфорт и надежную защиту моих ног от истираний, усталости и всяких-всяких неприятностей. А, кстати, об усталости. Так как они довольно плотные, они еще обладают некоторым небольшим, но амортизирующим свойством, что, ну, снижает нагрузку, опять-таки, на ваши пятки и на вашу стопу. Ну, наверное, это все, что я хочу рассказать о походных носках. Трекинговые носки стоят своих денег. Это однозначно отличные вещи. Они работают, можете мне поверить. На этом все. Выбирайте хорошее снаряжение для своих походов. Пока-пока!